Перевод спектаклей на государственный язык. Не слышали. Одесский оперный театр не выполняет нормы языкового законодательства. В этом культурное учреждение упрекнул Тарас Кремень, уполномоченный по защите госязыка. Этот вопрос касается не только нашей оперы. Лишь два национальных театра из 7 проверенных полностью перевели свои постановки на Соловьину. Остальные постановления Кабмина проигнорировали. По его словам, из 106 спектаклей, показанных зрителю за последние 8 месяцев, только 3 перевели на государственный язык. И всего 45 постановок переводили синхронно при помощи субтитров. В свою очередь Кремень пообещал, что за невыполнение закона к театрам будут применены определенные меры. Что собираются делать с теми, кто предпочитает другие языки государственному, он не уточнял. Отмечу, что с июля этого года вступила в силу статья 23 закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно ей, культурные, художественные и другие мероприятия развлекательного характера должны проводиться на госязыке. Что ж, для тех, кто привык привлекать аудиторию спектаклями на других языках, есть альтернатива – сопровождение театрального действия субтитрами или звуковым переводом. В театре рассказывают, что большую часть репертуара составляют балеты, которые, как ни странно, в переводе не нуждаются, а опереты исполняются на языке оригинала и всегда дублируются субтитрами, потому высказывания о нарушении закона в культурном учреждении считают некорректными. Впрочем, список спектаклей, которым озвучены языковые претензии, до сих пор не опубликован.